Вот тут, значит, я сижу где-то. Где это хрен его знает? Какая-то дорога даже. Да, утро. Комаров много. Комаров. Вон они сидят. На палатке. Ну и идет дождь. Это плохо. Время 4 часа. Ну, по моему времени. Комариный рай. О! Сидят родные. Прохладненько. Ветер не пойми кого. Трасса вот так идет. Вот так. А ветер туда. То ли попутный. Ну не попутный, такой боковой. Может быть, чуть-чуть попутный будет. Не знаю. Да. Да. Палаточка. Омск, 86. Ветер сильный. Боковой. Я кепку снял. Нахрен, слетает все время. Как ее там не затягиваю, а тут черт. Все слетает. Главное, хоть бы маленько встречный был, как ни хрена. Вон боковой оттуда. С левой стороны, это самое плохо. Фуры проезжают. Бабах, бабах. Особенно когда туда-сюда. Тебя болтает, блин, как не знаю кого. Кто с дороги норовят сдвинуть. Фу. О, еще один местный замок. Мотель. Мотель, кафе. Ну и тут какой-то. А, я думал минарет, а это мини-маркет. Ну да. Ну-ка сейчас посмотрим, что там. Что за хрень продают. Какое-то мороженое купил. 20 рублей. А где я? Хрен его, не знаю. Где-то по пути тут встретились какие-то кафешки. Ну вот эти вот. Под церковь, которую закосили. Столик. Ну так себе столик. Я думал, тут столешница серьезная, а тут просто тоненькую. Вот такую же тоненькую сюда добавили. Фигня. Индейка. Пока доставал эту свою кепку, в желтой невозможно ехать. Ее сносит ветром. Ну, солнце печет, короче. Пока доставал облака. Облака кругом. Что-то сегодня быстренько облака-то бегут. Что-то обычно медленно. О, блин! Вот оттуда идут и идут собаки. А с моей стороны вот эта вся мелюзга идет, блин. А они мне встречный ветер забавляют. Ох, вот эти гады. Сильный встречный ветер. Капец какой-то, блин. 13 километров в час еду. Вода кончается. В этом сраном, блин, краю ни хрена, ни деревен, ничего впереди нету. Там еще что-то было, впереди нет. Хрен его знает, как доеду. Я уж и не мечтаю до этого города жопы доехать. Осталось, может, 60, что ли, там, 70. Хоть бы до деревеньки, до какой-нибудь, до воды. Воду хочу. Эх, какой лисишка.
красивый. Березки. Ну, у нас тут засранство. Вот такое. Остановился где-то Кормиловка. 4 километра, по-моему. Посмотрел по карте. 4 километра до Кормиловки, как бы тянуть до нее. Вот. Водички бы набрать. Да что-то пошла. Да ни хрена нету. Какое-то сооружение. Пока не знаю. Может, есть вода, может, нету. Может, опять собаки закрыли на замок. Сейчас посмотрим. Сука, ушлепки. Они ведро не привязали. Я думаю, в чем загвоздка будет, блин? Жлобское, блин, население. Они ведро отключили, это убрали и все. Набирай как хочешь. Еще один колодец. Ага. Так. Есть ведро, наконец-то. Наконец-то я нашел. Одну живую душу нашел в этой ссаной деревне. Бабка сидит. Я говорю, воду налейте. У меня нет воды. Вот ехай туда-то, туда-то, там где-то найдешь. Зашибись. Сейчас у тетки спрашиваю, где колодец? Ё-моё, блин. Срань господня, магнит. Я увидел магнит. На этом богом проклятой земле. Ой, боже мой. Неужели? Вот он. Вот он, родной. Набор туриста. Килька. Хлеб. Вода. Ложка. Ножик. А, вот так. Это я тут сижу возле магнитика. Тут такое уютное место. Ёлочки. Сейчас будем хавать. Омск, 42. Омска. До Омска километра 23, наверное. Может быть, 21. Но что-то ему не пахнет. И опять какую-то задницу уляпал. Вечер, а тут болото, блин. Солнце уже вот так. Еще полчасика. Болото какие-то. Вообще какие-то леса. Хоть ветерок вот из-за этих вот деревьев стих. Капец. Дорога. Она параллельно идет. Я сейчас ехал в ту сторону, вот куда вот. Съехал вот в этот съезд, ну, где народ там сыт, еще всякую хренью занимается. И вот повернул. И теперь я в обратную сторону еду. Не знаю уж, докуда доеду. Вот такое местечко. Вот тут у меня будет палатка. Ну, где-то там шумит трасса, и от нее никуда не деться она. Ну, в принципе, она далеко. Но все равно шумно. Блин, там по траве утром шлепать. И такая вот насыпь. Надо на нее как-то забираться будет. Ой, завтра ноги все будут мокрые. Ладно. Все, устроился. Палатку поставил. Солнце заходит. Наконец-то я приехал. 90 километров сделал. Ровно 90. Мало. Тяжелый день. Ветер такой сильный. Ох, и жарковато было. Сейчас вот еще надо помыться. А пока пью молочко. Это какой-то торговый дом сметанин. Ну, уже 30, что-то 36, что ли, рублей. А там было 25 в монетке. А это я в магните брал.
Вот так. Ну что, 20 километров осталось до Омска. Завтра рванем. Так что все. Может быть, сегодня Сайру заточу. Чуть-чуть. А утречком доточу. Ну, в общем-то, вот, все. Велик накрыть надо еще. Эх, вот такой у меня вид.